Всем привет, с вами Андрей, у нас Шутер Пиксель Данжен, прохождение Берсерка. Мы с вами остановились на том, что подошли к боссу. У нас в данный момент вот такое вот снаряжение: амфибия, курильщица, скоропалох. И вот такая вот, собственно, статуя. У нас вот такие вот. Собственно, давайте перейдем. К боссу мы не готовы. Я думаю, это не сильно критично. Но вот опять же, это огонь. Сейчас нам просто пизда будет нахуй. Ой, блядь, ёбаная курильщица, сука. А чтобы вы понимали, что только что произошло. Это говнокурильщица. Только что скастовала массовый огонь. Ну, сейчас у нас дворф будет немножко подгорать. Сейчас смотрите, она что-нибудь новенькое нам придумает, курильщица. Просто финиш какой-то. Ну, как вы видите, монахи у нас. Это холод. Но мобы из холода успели выйти. Но мы дожили до первой стадии с горем пополам. В этом вопросе нам, конечно, повезло. Он скастовал. Вызов вурдалака. Вторая стадия. Тут самый опасный. Как вы видите, снизу появился. Нам нужно туда телепортировать, иначе нам будет очень больно. Это холод. Ледяной буран. Вторую стадию мы допинали. Финальная стадия. Принцип простой. Бросаем в него газ. Бросаем парализующий газ. Очищение. Инвиз.
Мы просто ждем. Наша задача, чтобы его хп, отложенный урон, был бы больше, чем его хп. Также можно убить его с помощью свитка. У нас такого, правда, нету в наличии. А это свиток возмездия, либо грейженная версия его. Ментальный удар. Давайте посмотрим по отложенному урону, что у него там 26. Собственно, 34-29, я думаю, он погиб уже. Поэтому мы особо можем не заморачиваться. Единственная проблема, нам, скорее всего, не хватит спрятаться от газа. Ну, как вариант, можно прокачать защитную стойку пока. Нам еще тут курильщица кинула что-то. Это, судя по всему, дезинтегрирующий этот газ. Нам дали головокружение. Это 100% был дезинтегрирующий газ. Собственно, мы его убили. С горем пополам. Это, правда, было непросто, но все-таки мы его отпинали. Поэтому всем большое спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока.